Учился в 79-й школе. Такой ученик, как Вова. 14 лет. Вот. Он взял сейчас у деда москвич. 21-42 года. По-моему, да. Ученики, его братья, сказали то, что находится одна точила, тачка, на свалке. Вот еще. Всем чувак, с вами Кинчук, да, попросить на новую серию по жизни школьников в Мутардбот. Перед началом видеоролик, поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. В прошлой серии мне сообщили то, что на свалке есть четверка, и ее никто не забрал, и я вот ее забрал. Сейчас я ее буду привозить к себе домой, чтобы ее вообще не взяли, никто из моих. Вот, чтобы она моя была, и чтобы полиция меня не схватила, потому что у меня нет прав, кстати. Нет прав, вот. И 16 лет тоже нет. Вот, я ей чуть-чуть вот крылья подделал ей вот везде. Вот, и в принципе неплохо. Давайте заходим, садимся, вот. В принципе, неплохая четверка, поехали, поехали. Так, думаю, туда ехать, по-моему, туда ехать, да. Вот уже ночь почти. Так, такие. Вот, надо будет сейчас всех повъехать. Кто не знает, кто не смотрел прошлую серию, обязательно посмотрите. А, я в итоге не туда чуть-чуть поехала. Ну ладно, уже темно довольно. Погнали. Вот, там, кстати, дорога вон там была. Там можно на оффроуд съездить, но точно не на этой машине. Она слишком хороша для оффроуда. Какую-нибудь копейку москвич может туда поехать, но точно не на четверке. А то четверка слишком хороша. И еще хочу подделать, и чтобы на ней можно из ней взять какой-нибудь проект сделать. Вообще. Классный проект можно сделать из нее. Но какую-нибудь москвич копейку можно на оффроуд. Вот, а из четверки можно, в принципе, ее в металлолом сдать, как вариант. Либо же сделать какой-нибудь проект, но детали на нее довольно дорого стоят. 500 рублей довольно много. У меня потому что нет вообще денег почти. Не знаю, как ее исправлять буду. Ключей у меня нету от нее. Документов тоже, конечно же. Потому что это ее вообще кто-то отправил просто и все. Без ключей, без всего. Такие дела. И мы едем до Серпова. Так, ух ты, немного вылетел, ну ладно. Вот, в Серпове надо будет чуть-чуть поосторожнее, потому что там полиция может ездить, и там могут они меня схватить. Но лучше там немного поаккуратнее ездить. Вот, сейчас я немного дрифчу. Да, вообще, вот, боком прям иду, вон, как дрифчу вообще. Вот, а если на главную дорогу выйду, то надо будет чуть-чуть поаккуратнее. Так, где мы объехали? В дрифте прям. Так, и направо заворачиваем. Ух ты, немного вылетел, ну ладно. И заезжаем обратно. Хоп. Нормально. Ой-ой-ой, чуть-чуть штукнулся поддоном. Ну, не видно поддон. Он же снизу, подо мной. И не видно поддон. Да. Сейчас вот я стараюсь ровно ездить, чтобы... Меня никто не схватил, но там пост будет, надо его объезжать как-нибудь. Лучше его объехать, вот, через новый Серпов, я как раз хочу туда переехать. Вот там вот можно объехать, да, думаю, туда переехать. И, нет, не переехать, а объехать ДПС-пост, думаю, туда. Так, боком, чисто боком, воу, неплохо. Миллилитраж, вообще, ух ты. Давай, давай, оп, заезжаем. Опа, ух ты, нормально, нормально. Едем сейчас в Серпов. Вот такие дела. Так, вот этот мост мне не нравится вообще, вот в Красноборье, который... Он вообще не везучий. Все говорят, то, что на нем все разбивали машину. И таксисты, и просто обычные люди. Ой-ой-ой, мои там друзья. Фрод, можно по траве поехать, давайте по траве поедем. Но все равно ее вон как кидает. Так, можно в дрифт. Оп, нормально. Оп. Опа. Миллилитраж между оффроудом. Оп. Нормально. Опа. Оп.
Я вообще не буду соблюдать ПДД какое-то, потому что все равно, если машину отберут, то и хорошо. В металлолом ее можно сдать, ну, тысяч за 2000 можно ее сдать где-то. Напишите в комментариях, пожалуйста, за сколько можно ее сдать в металлолом. Ну, думаю, за 1000-2. За одну можно даже ее сдать. Такие дела. Вот. Ух ты, я ей как закинул. Ну, неплохо, все равно. Ничего страшного, никуда я, самое главное, не врезался. И такие дела. Давайте сюда через базу заедем. Нормально дрейф осекла. Так, сюда заедем. Через базу. Оп, нормально. Так, тут пока нет никого, потому что ночь вот на улице. Ночь вообще. Конечно, ночь. Так. И сейчас нам надо... Вот тут будет выезд. Да, вот выезд. Неплохой такой выезд. Ручник. Опа, нормально. Выехали хотя бы так, но вообще у нее вообще не хватает. Вот. Ну, денег на новую машину не хватает. Можете ее ждать за 2000 и купить копейку. На офроуд на ней потом поехать. Ну да, может так и сделаем, может и нет. Посмотрим. Там пожарная часть, кстати, неплохая такая. Так, ух ты, столб. Миллилитраж. Ух ты, тут, кстати, пост. Стой, надо нормально ехать. Вон там пост. Так, надо быстрее поехать. Вон пост. А, там нет. Фух. Там нет никого. Заправка, на которую мне деньги не хватает. Даже на 1 литр мне не хватит, потому что, ух ты, миллилитраж боком. Без ручника даже я зашел. Это такой же, такой себе дрифт. Так, ну, в принципе, неплохо. Опа, через мост. Чуть-чуть задели, но ладно. Опа, нормально, давай. Ух ты, угол какой. Вот такой угол. Неплохой угол. Погнали, во всю дорогу угол. Поехали, тут магнит у нас. Такая себе, может, там клемму может закинуть. Куда мне ее спрятать? Давайте сюда спрячем ее. Да, спрячем. Не, не сюда. Давайте ее спрячем вот сюда вот. Вот сюда вот. Потому что тут окна. Так, давайте. Запрячем ее. А ее так тогда будет видно. Давайте вот так тогда заедем. Вот так вот. Все, нормально. Глушимся. Фары тут не работают. И ручник тоже не работает. Вот такая у нас четверка. Сзади она вообще не побита почти. А спереди она побита жестко. Ну ладно, на этом все. Надеюсь, дед не увидит четверку мою, потому что он продаст ее. Вот, либо в металлолом сдаст и себе что-то докупит. Вообще наглый. У меня дед. Вот. Ну а я пошел домой, заканчивать на этом серию. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, делитесь видео. Всем удачи, всем пока-пока.